С начала года из оборота уже изъято почти 1,5 миллиона литров незаконных напитков. От спирта, содержащего контрафакта, в регионе за год погибли больше 230 человек. Контрафакт на алкоголь, в первую очередь, конечно, это удар не то что по здоровью, по жизни человека. Коллеги, но еще и удары по экономике. Вот тут тоже надо понимать, по экономике нашего региона. А здесь мы вот с вами в первую очередь отвечаем за жизнь. Людей как со стороны, с точки зрения здоровья, так и с точки зрения, конечно, комфорта жизни. Поэтому я еще раз подчеркиваю, это мощный удар по экономике, тем более для нас, для винодельческого региона страны. Мы номер один регион. Чаще всего контрафактным алкоголем травились жители Краснодара, Геленджика и Новороссийска. Вениамин Кондратьев поручил Краевому департаменту потребительской сферы совместно с полицией провести тотальные проверки в торговых точках, на вокзалах, аэропортах и придорожных кафе.